Почему ты не занимаешься? Я занимаюсь. Странно, как же ты занимаешься, если у тебя включена аппаратура? Раз уж ты все равно ничего не делаешь, будь любезна, пожалуйста, сходи в магазин за солью. Третий день прошу. Хорошо. И все-таки, Тань, ну почему ты не учишь физику? Ты же провалишься. Мам. Так я уже провалилась. Смотри на вещи, реально, у меня троек по сочинению. Это ничего не значит. Тебя примут. Вот если действительно ты получишь двойку, тогда тебя ничего не спасет. Ну что, молчишь? А я просто не уверена, что хочу поступать в педагогический институт. Чего ты хочешь? Я не знаю, чего я хочу. Я еще себя не нашла. Если ты не нашла себя 18 лет, то неизвестно, найдешь ли ты себя вообще. Посмотри на своих подруг. Посмотри на Леру. Она поступает в консерваторию. Посмотри на Петрова, молодой ученый. А ты посмотри на Соню. По 2 года сидела в каждом классе, а теперь вышла замуж за капиталиста. В Индии живет. А тебе это нравится, да? Не нравится, конечно. Но иметь 3 машины, это ничего. Что она будет делать со своим индусом? Мамочка, то, что делает муж и жена. Муж и жена разговаривают. О чем она может говорить с ним, если он не понимает по-русски? Так она его научит. Нет, научить можно разговаривать, но понимать научить нельзя. Ты же со мной разговариваешь, и меня совершенно не понимаешь. Так какая в этом случае разница, жить с тобой или с индусом? Слушай, Таня, если ты будешь так мне отвечать, то я вообще не знаю, что я с тобой сделаю. А что, я не имею права слова сказать? Не имеешь права. Не имеешь. Ты вообще ни на что не имеешь права. Пока ты еще никто, ничто и звать никак. В таком случае можешь меня отправить в ветеринарный пункт и усыпить. Господи, что вы за люди такие? Ты меня уже на «вы» называешь? Не, что вы за поколение такое? А при чем тут поколение? Вот я уверена, стоит тебе только намекнуть, так все поколение тут же ринется вперед за солью. И только я одна останусь в стороне от этого общего движения. Таня. Ау. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, я жила в общежитии. Я ела в день тарелку пустого супа. Я ходила зимой в лыжном костюме. А ты? Смотри, как ты живешь. Ты думаешь, трудности это голод и холод? Голод и холод это неудобство. А трудности это совсем другое. Например? Например, я. Никто, ничто, звать меня никак. Ну разве это не трудности? И вообще, мам, ты рассуждаешь так, будто бы никогда не была молодой, будто тебе 80 лет. В чем? Мне тоже было 18 лет, и у нас были общие радости и были общие трудности. Ну вот, то были общие, а теперь у каждого свои. Таня, если ты не получишь образование, тебе будет очень сложно. Правда, у тебя будет неинтересный круг общения. Мама,
А я не вижу, чем отличается твой декан Николай Петрович от слесаря дяди Коли. У тебя будут иные запросы. И ты как личность не сможешь принести обществу никакой пользы. А какую пользу приносишь ты? Я преподаю зарубежную литературу в высшем учебном заведении. А у меня на этот счет есть своя точка зрения. Интересно. Я считаю, что ты гораздо бы больше пользы принесла, если бы работала в заводской столовой, поваром, кормила бы голодных людей. Почему поваром? Потому что ты прекрасно готовишь, помногу кладешь и красиво располагаешь еду на тарелке. А вместо этого ты пропагандируешь зарубежную литературу. Диккенс, богат оттенками, органически переплетающимися противоречивыми тенденциями. Понять его до конца можно, лишь поняв его обусловленность противоречивым мировоззрением художника. Не знаю, можно ли понять до конца писателя Диккенса, но понять на слух твои лекции совершенно невозможно. И как выходит из этого положения твои студенты, я вообще не понимаю, мама! Привет. Привет. Я у тебя посижу часок? А что такое? А, с мамашей поссорилась. Воспитывает. Ну, родители для того и созданы, чтобы воспитывать. А дети существуют для того, чтобы давать поводы для забот. Каждое поколение испытывает на себе любовь родителей и неблагодарность детей. Дай мне 7 копеек. Зачем? Купить поваренной соли. Звонил? Кто? Петров. Не, а не звонил. Его недавно видели с красивой блондинкой. Какой ужас. Для кого? Для тебя, для кого же еще? Не для Петрова же. Ну почему ужас? Если любишь человека, надо жить его интересами. Ой. Тебе когда сдавать? Завтра. Я тебе мешаю? Нет, ну что ты. Я все равно сыграю лучше всех. Я в себе уверена. Надо же. А я в себе совершенно не уверена. Знаешь, когда Леонардо да Винчи нанимался на работу какому-то вельможе, он написал: я умею строить самолеты и рисовать лучше всех. Но тогда не было самолетов. Ну, не важно, летательные аппараты, не в этом суть. Дело в том, что Леонардо трезво понимал свое место. И каждый человек должен трезво понимать свое место. Это не имеет никакого отношения ни к скромности, ни к хвастовству. Вот я играю лучше многих, а буду играть лучше всех. Ну, если же появится человек, который будет играть лучше меня, я уйду со сцены и буду делать что-то другое. Летательные аппараты? Да, летательные аппараты. Я сконструирую самолет, который никогда не будет разбиваться. Правда, он никогда не сможет сесть, но зато и не упадет. И человечество мне поставит памятник. А зачем тебе памятник? А разве тебе не хочется? Памятник? Не-а, совершенно не хочется. Я исповедую маленькие радости каждого дня. Ну, потому что тебе недоступно больше. Может быть. Знаешь, когда я была с отцом за границей, там ныряльщики зарабатывали деньги. Ныряли со скалы в залив. Причем нужно было не просто прыгнуть и лететь, а в полете обогнуть выступ, понимаешь? Чтобы не просто лететь вниз, а уметь управлять своим телом, чтобы не ахнуться о скалу. И знаешь, что я сделала? Я тоже залезла и прыгнула. Правда, меня с отцом тут же посадили в самолет и отправили обратно. А знаешь, почему я это сделала? Потому что вокруг было много людей. Знаешь, я, наверное, тщеславный человек и завишу от чужого мнения, но мне кажется, что я могла бы даже умереть на народе. Вот пусть меня поставят на лобное место и отсекут голову. Таня, ты куда? Я за солью. А почему ты не попрощалась? А ты мне надоела. Ты что, сумасшедшая? Нет, я нормальная.
Вы не скажете, как проехать в Лавру? Ребят, скажите, как проехать в Лавру? Нет, мы не местные. Вы приезжие? Приезжие. А как вы догадались? А потому что все, кто приезжает в Киев, тут же бегут в Лавру. Даже если им это совершенно неинтересно. Наверное, вы правы. Существует шаблон мышления, куда все, туда и я. Угу. Стадные чувства. Да. А вы откуда приезжие? Я-то из Средней Азии. Ух ты. А зачем вам в Лавру? А там хорошо думаете. О чем? Ну, о себе, о других. А о ком вы лучше думаете? О себе или о других? Конечно, о себе. Киевлян и гостей столицы приглашаем на экскурсию по древнему и вечно молодому красавцу. Слушайте, а вам какую историю? Городу-герою Киеву, посещением бывшего... Мне все равно. Киево-Печерская лавра. Дорогие киевляне и гости столицы, приглашаем вас на экскурсию по древнему и вечно молодому красавцу над Днепром, городу-герою Киеву. С обязательным посещением бывшего мужского. Куда все туда и мы? Киево-Печерской лавры. Стадные чувства. Оно у меня правда очень развито. Когда я вижу бегущих людей, я бегу вместе со всеми. Даже если мне надо в противоположную сторону. А однажды я сел не в свой поезд. А почему? Все побежали, я побежала. Когда я вскочила в вагон, я испытала облегчение, доходящее до восторга. Потом, правда, я растерялась. Это было уже потом, когда поезд тронулся. Интересно. Вы не сумасшедший? Сегодня мне этот вопрос задают второй раз. Нет, я не сумасшедшая. Я абсолютно нормальная. Но в театр я попала только потому, что все стреляли билеты. Здравствуйте, товарищи. Мы начинаем наше небольшое путешествие по прошлому и настоящему Киеву. К сожалению, а вам нравится наш город? Не позволяет слишком подробно остановиться на множестве интереснейших фактов. Город — это прежде всего люди. Я люблю тех, кто меня любит. В вашем городе меня не любят. Возможно, поэтому мне больше нравится Одесса. Мещанский город. Почему? В Одессе живет моя тетя, настоящая мещанка. Когда я приезжал к ней на каникулы, она меня заставляла наряжаться на базар. Возраст города приблизительно. Мещане в свое время умели жить внимательно и медленно. Сейчас этого не умеют. Сейчас все торопятся. А зачем? Чтобы успеть на свой поезд, долгую, счастливую жизнь. Когда торопишься, быстро устаешь. А чтобы долго жить, нужно совсем другое. А что же нужно? Спортом заниматься, плавать. И все. Вам мало? Конечно. Кроме спорта существует наука, искусство, политика. А спорт — это и наука, и искусство, и политика. В борьбе побеждают сильнейшие, беги быстрейшие, красиво дерутся, красиво бегут, судят беспристрастные судьи. Выигранные соревнования — это мгновение плюс жизнь. А я всегда физкультурную форму забывала. А вы чем занимаетесь? Ничем. Я еще себя не нашла. И меня никто не нашел. Зачем вам себя искать? Вы уже есть. А разве этого достаточно? Вполне достаточно. Молодая, умная, товарищ, красивая. Товарищи на заднем сиденье, я к вам обращаюсь. Нет, вы посмотрите на них. Вы мне мешаете. Вы проявляете неуважение к предмету. Посмотрите налево. София Киевская, жемчужина древнерусского искусства и архитектуры. Князь Ярослав Мудрый, при котором в 1037 году ее воздвигли, прославился не только своей образованностью, Умная, молодая, правильно. Но некрасивая. У меня психология не та. Непонятно. Ну, у красивых одна психология, у некрасивых другая. Вот у меня та, что у некрасивых. Что же это за психология? Ну, как вам объяснить? Бывает зритель благодарный, а бывает неблагодарный. Вот для них пьесу пишут, и декорации рисуют, и актеры стараются. А они сидят нога на ногу, будто бы так должно быть. Все для них в этой жизни. И города поставлены, и моря налиты. Понимаете? А я совсем другой зритель. Вот луна на небе. Я ей ужасно благодарна. Вы со мной разговариваете, я просто счастлива. Вам правда не скучно? Thank you.
Товарищи, тут у нас небольшая техническая пауза, так что желающие могут выйти на воздух, попить воды. Жарко все-таки, но далеко, пожалуйста, не расходитесь. Займите, пожалуйста, очередь и мне. Какая у вас специальность? Инструктор по плаванию. Что это значит, инструктор? Ну, это человек, который учит других плавать. Какое у них будущее у тебя, кто учит плавать? Будущее? Будущее в основном у тех, кто плывет. А почему блондинка не пошла с вами в театр? Ты с кем живешь? С мамой. А отец где? У меня его не было. Значит, твоя мама одна живет? Почему одна? Со мной? Ей сколько лет? 37. Так же, как мне. Несчастная баба. Кто? Твоя мать. Странно. Я никогда не думала о ней с этой точки зрения. Странно. Она интеллигентный человек. Нет. Она чем занимается? Преподает зарубежную литературу. Инструктор по Чарльзу Диккенсу. Ну, а почему же не считаешь ее интеллигентной? Интеллигентность и образованность не одно и то же, для меня, по крайней мере. Образованность – это сумма знаний. Интеллигентность – это доброжелательность, ум, юмор. Правда, от хронического юмора образуется цинизм. Это, конечно, очень удобно, потому что люди все недооценивают. Петров – циник. Он все недооценивает. Мама все переоценивает. А Лера всему назначает точную цену. Лера это кто? Это моя подруга. А ты? А я? Я ничего не знаю, ничего не умею. Я еще себя не нашла. А что ты собираешься делать? Сейчас ли вообще? Нет, вообще. Я хочу найти какое-нибудь веселое занятие. Не в том смысле, что смешно или легко. Пусть будет трудно, но весело. Есть такая специальность? Есть. Культработник в доме отдыха. Культработник – это инструктор по веселью. А я хочу тихо нести праздник. Для этого же не обязательно разгадывать викторины или прыгать в мешках. Пошли в воду. Я боюсь простудиться, у меня радикулит. А тогда плавайте сами. Конечно, надо заниматься одним делом и любить одну женщину в идеале. Но, понимаешь, бывает так, что не найдешь своего дела и не встретишь свою женщину. Все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было. Понимаешь? Поэтому, понимаешь, надо уметь радоваться тому, что есть, и не печалиться о том, чего... Но я так не хочу. Я так не буду. Будешь.
Все так живут. Таня. А я знаю. Почему блондинка не пошла с вами в театр? Почему? Потому что вы инструктор. Вы учите плавать. А сами не плаваете. Учите жить, а сами не живете. Таня, ну подожди, ну ты что, сумасшедшая? Вы у меня уже сегодня спрашивали. И я вам уже отвечала, что я абсолютно нормальная. Ты что, обиделась? Почему обиделась? На что я могла обидеться? Вы же мне ничего не обещали. В каком-то смысле вы вели себя как порядочный человек. Это я сама виновата. Подожди. В чем ты виновата? Я ничего не понимаю. Просто я вас приняла за одного, а вы оказались другим. Кем? Инструктором по плаванию из Средней Азии. Но это ведь моя ошибка, а не ваша. Вы тут ни при чем. Обиделась. Нет, не обиделся. Вы мне просто надоели. А что ты хочешь? Я не знаю. Мама во всем видит проблемы, а вы ни в чем не видите никаких проблем. Все бывает, как бывает. С мамой я как бестолковый альпинист, постоянно преодолевая горные вершины. А с вами, как в пустыне Каракум, приду и не вижу ни одного холмика. И почему это говорят, что молодость — счастливое время? Жень, дайте соли. Какой соли? Господи. Откуда это ты? Что это с тобой? Ничего, мне хорошо. Я маме обещала соль купить. Магазин все закрыты. То обед, то поздно. Не поздно, а рано. 5 часов всего. Тебе много? Нет, чуть-чуть. А это соль? А что ж еще? Спасибо большое. Не за что. У меня ее целый мешок. Я ее зимой скользкие дорожки посыпаю, чтоб люди не падали. А ее есть-то можно? Ну а как же, она еще полезнее. Мелкой-то там что? А тут витамины в чистом виде. Я ей капусту солю. Тебе, Танька, сколько лет? 18. Дура я, дура. Войну надо было ребенка принести. Сейчас уж вот такая была. Не больше, как моя мама. Дура я. Дура. Совестно было с ребенком и без мужика. А уж лучше одной, чем с каким алкоголиком. Или пьяницей. Да.
все одно. Нет, это большая разница. Пьяница хочет — пьет, не хочет — не пьет. Алкоголик хочет — пьет. И не хочет — тоже пьет. Господи, ты-то откуда знаешь? Опыт. Ой. Где ты была? На. Что это? Соль. Ты же просила? Сама выпарила. Танечка. Мам. Не надо. Я же знаю, что ты хочешь как лучше. Пойди поешь. Нет, спасибо, я не хочу. Что ты хочешь? Я не знаю, чего я хочу. Я только знаю, чего я не хочу. Я не хочу быть инструктором. Я хочу сама плавать. Или посыпать дорожки солью, чтобы людям было удобно ходить. А физику сдавать я не пойду. И педагогически поступать не буду. Как же ты собираешься жить дальше? Чисто и замечательно.